Развести кого-то на бабки. Как это сделать? Вызвать механика. Отлично. Блять, да где же этот механик? Заебался ждать уже этого механика, блять. Вот механик, машина механика. Вы чё на мой вызов не приехали? Я же машину вызывал. У меня навигатор затупил, и ты меня потерялся, короче. Ну, понятно. Отвезите меня, пожалуйста. У меня все уже машина, все. На штрафстоянке теперь. О, это мы на штрафстоянке, да? Да. Да кот она же моя красавица. Забирай. Да нет, там бензина нету. Отвезите. Я тебя заправлю, садись. Так нет, вы можете ее на заправку отвезти? Зачем? Я тебя заправлю сейчас, прям, если ты сядешь в машину, хочу... я тебя сейчас... Нет, я хочу, чтобы мы сделали, чтобы там курс дешевле, а вот на вам заплатить придется больше. Пожалуйста. Если не сложно. На какую заправку? Ну, давайте на заправку четвертую. А где четвертая заправка, интересно? Я тут искал, где заправка. Вы мою машину почему не вытащили со штрафстоянки? Алло, водитель, я буду жаловаться на вас. Поехали, водитель. Да слушайте, что тебе надо? Машину мою, пожалуйста, заберите со штрафстояночки. Куда? На заправку. Не эту машину, синяя. Угу. Да ты заманал, что он делает, блядь? Кто делает? Вон, блядь, механик другой, блядь. Чё мозги ебать? 11-й этот, блядь, незнакомец. Механик, нахуй, да? Ты так делаешь, блядь? Механик. Чё механик? Он мой механик. Почините меня. Почините и заправьте. Нет. Сначала меня обслужите. Заправь. Меня... Нет. Ребята, дайте проехать. Нет, блядь. Сначала меня сейчас обслужат, а потом я отъеду. Слышь, сучка. Это кто? Заправишь меня? Хуй тебе. Ладно, я тебя встречу. Кого ты встретишь-то, эй? Ля, ну подожди, подожди секунду. Подожди, подожди, садись. Зачем ты материшься? Тебя не учили, как с людьми разговаривать надо? Ну давай ты меня научишь сейчас разговаривать. Давай, давай. Как тебя зовут? Зачем? Хочешь, познакомимся? Хочу. Выходи. Ты сейчас увидел, как меня зовут? Максим. Нет, ты не Максим вроде. Ты говорю, Максим. Ты Максим, ты вообще ты знаешь, как тебя зовут? Или ты не из этого мира? Я из этого. Блять, какой мудила, ебаные подписчики. Альт F4 хочется нажать, сука. Блять, подписчики ебаные, сука. Слышишь, знаешь, все, я успокоился, все нормально у меня. Все, пришел в себя? Да, немного пришел в себя сейчас, да, из порции. Только не матерись, да, брат? Да, да, брат, блять. А как вас зовут, как читается ваше имя? Говно вы ебаное. Еще раз, как? Рони Арутюнян, дружище. Прикольно. Ну да, настоящее имя. Вас прям в жизни зовут Рони? Да, Рони Арутюнян. Красивое имя. Рони? Да. Рони, брат. Брат, ну мы поехали. О, можно с вами, пожалуйста, мне так одиноко, давай, пожалуйста. Давай. Ну давай, ладно. Давай, Рони, брат. Рони, надо отследить торты нам, я скоро стримовку на ему раскну. Это что за, что такое, я не понял. Подожди ты. Это армянский язык, брат. А, это армянский язык. Брат. Я знаю пару слов на армянском. О, отлично. А я все слова на русском знаю. Все? А вы... А что такое, ну, директория? Ну, я это русская школа. Директория? Да. Это где директоры собираются, только не говори нет. Там сидят директоры, да. Ну, я правильно же мысль сказал, да? Все верно, да. А как мальчика зовут? Садись, брат. Давай, брат, сажусь, брат. Я сейчас приду. Как тебя зовут, брат? Меня Феликс. Эй, Феликс, я твою маму ебалей. Выходим. Я твою маму ебалей. А ты этот новенький, кстати, или давно, Максим? Ну, я относительно новенький. Ты этот, по оценке информации, промокод вводил в игре? Да, какой-то вводил. Там какую-то единичку все вводят. Весь сервер вводит единичку. Вот да, еще да. Один друг приехал. Максим, ты сядешь со мной? Феликс, давай сяду, вообще без базара, бро. Грузовик Петка, привет всем. Это мой друг, тоже армянин. Тоже армянин, понятно. Это Глендель, брат. Маленький Глендель. Здесь все армянин. Все армянин, это маленький Глендель. Здесь есть все армянин, брат. Да, круто. Вы можете мне научить слово какому-нибудь армянскому? Эй. Барет. Барет, брат, барет. Барет значит привет. А как мамочка? Это значит... А мамочка как?
Мамочка. Нормально, у тебя как? На вашем языке как мамочка, чего? Тоже так же, брат. Танцует всех. Танцуем, да? Кунем, кунем. Не-не-не, не говори такие слова. Мэре кунем. Можно я сяду на руле? Нет, мэре кунем. А что он говорит такое? Один минут. А что он такое сказал? Настой. Давайте, Барретт, садись, Феликс, милый мальчик Феликс, Максим, садись. Иди сюда, Максим. Да, я на что? Я тебя кунем, я твой кунем, тварь. Что? Слышишь, Максим? Ты кунем. Да, слышу. Это маска, это кто ваша? Это красная маска. Кто красная маска? Короче, братан, в следующий раз армянский это матом ругает, не скажи, потому что здесь дети есть, они все слышат, понимаешь? Я-то ничего не говорю, я вообще не понимаю, а кто матом-то? Сказал, это кто? Мэре кунем. Кто сказал это армянский? А, вот помогите. Это, кто это? Где это? Это кто это? Отстань от меня! Я ваш рот не был! Алло, вот, ты, иди сюда. Отдайте квадроцикл мой! Я твой рот ебал, на, бля. Эй, красный сорочка, как тебя зовут? Срочкой, хуёшкой, уёбок. Ты чё, долбанутый, ты не понял, а, ты не видел, что... Ой, рот закрой свой, скутер верни, поговори, отдыхай. Я твою маму ебу, сука, ёбаный в рот. А чё тут произошло? Чё, вы умерли? Я вас в рот отъебал за мой скутер, уёбки. Эй, красный, смотри, я что сделал? Ху, видишь? Это ваш. Брат, не охотитесь возле этого петуха. Сейчас мы сядем в тюрьму, я вызываю полицию. Ты чё делаешь? Ты чё кричишь? Алан, выкини из машины вот этого сзади, красная куртка. Выкини его отсюда нахуй. Извиняюсь. Да, я тоже извиняюсь. А где Алан? Он нас кинул. Чё за хуйня? Алан, это чё было? Чё это такое? Алан, тебя не слышно. Перезагрузись. Чё нажимаешь, чтобы промокод вводить? Чтобы ввести промокод, сначала нужно ввести в эту поле циферку 1. В какой? Вот. Ну смотри, нажимаешь M, потом магазин, и там будет активировать реферальный код. Дальше. Активировать реферальный код, и туда единичку надо вписать. И, цифру 1 сначала. А потом активировать нажать. Получилось? Нихуя. Мне что-то написали про какой-то уровень третий. Ну все, ты ввел единичку, да, и все нормально с тобой. Ну, не знаю, да, ввел единичку. Ну все, я тебя поздравляю, ты ввел секретный промокод. А это чей промокод? Это мой промокод, я тебя обманул. Вот так-то. Что нужно, чтобы свой промокод создать? Ну надо, ну ничего, это мой был промокод. Блять. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.